Hi guys, welcome back to Junris Vlog Reaction. First video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Privet and spasiba to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing fantastic and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, is Lieutenant of the Sea Front was mistaken for daring dodger and tried to learn what came for this. Oh my god, I'm so excited with this one. And credit to the owner also with the video to Army and the true story and the stories I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos that you can suggest, drop it in comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it, guys. Enjoy. And I want you to turn on the CC down there for your Russian and English subtitles or whatever language that you want. Enjoy, guys. Весной 95 года, когда было небольшое затишье в красивом и спокойном городе Грозный, я на борзом коне подкатил к своему шефу и вытребовал себе неделю отпуска. Шеф меня мотивировал всякими нескучными словами, я мотивировал шефа и апеллировал к своей контузии и ранению. Наконец наш полковник плюнул в мою сторону, но попал себе на ботинок и сказал: «Хрен с тобой, но чтоб через неделю, как штык». Проинструктировав всех, кого можно и нельзя, я дернул к себе на родину. По приезду я выслушал от предков кучу причитаний и наставлений, посидел за столом с родственниками и убыл на свою квартиру. Там, собственно, обзвонил всех друзей и приятелей, и вечером началась грандиознейшая пьянка. Can I have some vodka too? Народу было много. Водки и закуски еще больше. Произносились тосты, пелись песни, кто-то тихонечко и интеллигентно, чисто по-граждански, блевал в туалете. В процессе пьянки раздавалось несколько телефонных звонков, и чей-то бодрый мужской голос спрашивал: «А это квартира такого-то?» «Да», — отвечал я. «А вы завтра на месте будете?» «Да, блин, заходите, похмелимся», — бравировал я и бросал трубку. И так несколько раз. Скоро мне это надоело, и я послал звонившего на его далекую прародину. Далеко за полночь, проводив всех, я бухнулся спать. С утра встал, долго не мог понять, где нахожусь, истошно орал: «Скамейкин, падла, где кофе? Грей душ!» Наконец я понял, что мой матрос Скамейкин остался в Грозном. И душ не надо греть на солярке, а просто надо открыть кран. Кое-как поднявшись и одевшись, я поплелся на кухню. И тут в мозги ворвалась трель дверного звонка. «Кого это прет?» – подумал я и открыл дверь. На лестничной площадке топтались два интеллигентных милиционера и какой-то капитан с инженерными петлицами на новеньком камуфляже. «Здрасте!» – бодро произнес он. «Здорово!» – буркнул я. «Чё хотел? Чё не хотел?» Капитан хмыкнул. Видно, внешний мой вид доставил ему истинное наслаждение. Действительно, стоит полупьяное тело в трениках майки со свежим шрамом на морде и дерзит. Сдержав бившее его изнутри негодование, капитан весьма вежливо попросил меня проехаться с ними. Я подумал, что каким-то образом нашим городским властям стало известно, что доблестный герой Чеченской войны приехал в родной город и хотят они меня пригласить на какой-нибудь фуршет. Капитан сказал, что в принципе они на машине, и я, накинув спортивную куртку и поменяв тапки на кроссовки, спустился с ними к подъезду. Дальше все напоминало дурной сон. Возле подъезда стоял воронок, и пока я стоял, открыв рот, менты быстренько впихнули меня в обезьянник и захлопнули дверцу. «Э, уроды, вы что творите?» – закричал я. «Молчи, придурок, отбегался», – сказал саперный капитан. Менты поддержали его ржанием. Дальше все и вовсе напоминало театр абсурда. Меня привезли в военкомат и засунули в актовый зал к куче полупьяных призывников. На дверях стоял какой-то мабутей и гордо их гноил. Кому-то орать, что я старший лейтенант, представитель разведки ТОФа и только что прибыл со штурма Грозного, было абсолютно бессмысленно. Потом пришел тот самый капитан, который оказался начальником отдела призыва. Он начал читать списки команд и выслушивать все пожелания абсолютно не желавших служить призывников. Я в прострации сидел на табуретке и молчал.
Тут зашел военком, и капитан скомандовал: «Смирно! Надо ли говорить, что я по привычке вскочил и вытянул руки по швам?» Остальные призывники, глядя на меня, лениво начали подниматься. Военком сказал пару напутственных речей, потом представил мобутейного сержанта, который попытался рассказать, как клево служить в пехоте. Рассказ сержанта я сдабривал своими замечаниями. «Вы научитесь стрелять из видов стрелкового оружия!» – верещал толстый сержант. «А тебя научили?» – спрашивал я. Военком хмыкал, капитан багровел, призывники ржали. «Да я!» – ерепенил самобутей. «Да ты писарь, видать! Вон щеки какие!» – бухтел я. Сержант решил, что я точно попаду к ним в часть, и тогда мне капец. Он мне из-под тишка показывал кулаки и что-то гундосил. Короче, выступление я сорвал. Военком прикрикнул на нас, поднял меня и сказал такие слова: «Вот вы, товарищ призывник, несколько лет бегали от призыва, а теперь вам придется отдать долг родине. Я лично позабочусь о том, чтобы вы попали в одну часть с товарищем сержантом». Мабутей довольно крякнул. «А кто вам сказал, товарищ подполковник, что я родине что-то должен? А почему в Мабуту?» Я специально акцентировал слово «Мабута». «Чё, 2 года возле какой-нибудь БМПшки загибаться?» Военком открыл рот и сумел сказать: «А вы знаете, что такое БМП?» Я, не торопясь, выдал ему расклады и про БМП-1, и про БМП-2, и про БТР. Все, что помнил с училища. Мабутей притух. Он вообще попутал все на свете и не понимал, что творится. Столько умных военных слов про БМП он и в части-то, наверное, не слышал. Военком удивленно хрюкнул и покосился на Кэпа. А потом спросил меня: «Вот ты же готовый сержант, и почему же не желаешь служить?» «Есть одна причина, товарищ подполковник, но для этого мне надо домой. Кое-какие документы взять. А сержантом-то вы меня зря обозвали». Военком психанул, сказал, чтобы меня никуда не отпускали, и вышел. Кэп, злобно потирая руки, двинулся вместе с сержантом ко мне. «Пойдем побеседуем, товарищ призывник». «Да пойдем, капитан», весьма фривольно сказал я. Мы двинулись в кабинет к капитану. А сержант Мабутей пытался толчками меня подбодрить. Мы все втроем зашли в кабинет, и я понял, что сейчас меня начнут воспитывать кулаками. Так оно и было. Капитан сел за стол, а сержант попытался заехать мне в фанеру. Я добросовестно принял заряд, сержант хмыкнул и только открыл рот, я впечатал ему со всей пролетарской ненавистью лоу-кик в левое бедро. Да, 4 года занятий в училищной секции даром не прошли. Сержант рухнул кулем на 4 кости и зашкреб руками, пытаясь обнять свою ушибленную ногу. Капитан попытался вскочить. «Чё, капитан, не уставником решил заняться?» – злобно спросил я его. Он молча открывал рот. Напоследок, дав волшебного пенделя сержанту, я гордо удалился из военкомата. Дальше отсчет времени пошел уже на минуты. Понимая, что меня будут ловить, я подхватил такси и в спешном порядке ломанулся домой. Дома я успел побриться, приколоть на погоны еще училищного черного ПШ 3-ю Старлеевскую звезду, прицепил недавно полученную отважную медаль, успел, как полагается, отбить берет и засунуть в карманы документы, и только я привел себя в надлежащий вид, раздались требовательные звонки в дверь и крики: «Если не откроют, ломайте!» Я широко распахнул дверь. Мда, в группу захвата теперь входил и ушибленный мною сержант. Немая сцена из «Ревизора» была ничто с той немой сценой, которую я увидел. «Ну чё, поехали, имбецилы!» – брякнул я и, спокойно закрыв дверь, начал спускаться к воронку. Надо ли говорить, что сержант Мабутей ехал до военкомата в обезьяннике, со страхом посматривал на меня и тихонько поскуливал. Капитан же хранил героическое молчание. Военком потом сказал: «Ну извините, товарищ старший лейтенант, напутал начальник отдела-то, напутал. Вы когда поступали в училище, то в отдел на призывниках другой сидел, и что-то не срослось там, вас разыскивали как уклоняющегося. А по поступившим в военные учебные заведения, ну не догадались глянуть, уж простите». Да, вечером капитан выставлял мне кабак. А куча призывников, которые со мной сидели в актовом зале, увидев меня в форме, надолго лишились дара речи. Все как один возжелали служить в доблестной морской пехоте. Такие вот дела. Вау. Wow. Such a humorous way of representing like this such video, an amazing one. I enjoyed watching like this one because see how Russian are having this humorous way of making such a video, or making such like a gathering together, enjoying some vodka and everything and that. And the story was so funny and hilarious that I enjoyed it so much. And I know that I really want to know more about Russian people, and they are such crazy, incredible, and so funny. I enjoyed it so much. I hope guys you enjoyed it too, because this is such a fun way
of knowing all about the Russians and incredible goodness gracious. I enjoyed it so much. I hope guys you enjoyed it too. Like the lieutenant of the seafront was mistaken for daring gadget and tried to learn. Oh my goodness. I hope guys you enjoyed watching with this one, and if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and just subscribe also with my channel. This is Junris Vlog at Agriact saying Istanbul's Pacific. Guys, if you want to connect, my social media account is in here. If you want to connect, my second channel is in the description box below. Thank you so much, Privet and Spasiba to our Russian friends. Have a good day everyone. Bye bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po, and see you in my next video reaction.